Всем привет, дорогие зрители! Приехал я на самый люксовый проект качественного застройщика Alania Towers, который находится в районе Оба. Здесь продается трехкомнатная конфетка. Так, вид на море, вид на стадион. Этот вид у вас не закроется. Здесь у нас парк, вид на горы, с этой стороны видна сторона крепости Алании. Проект был сдан в 2018 году, тут вся инфраструктура. Вы такую квартиру точно не видели, я потому что сам увидел. Тут есть такие аксессуары, такие вот историческо-художественные персонажи. Сами посмотрите. Продается квартира под ключ. Эксклюзивный вариант. Так, у нас здесь два балкона. Это первый балкон. Тут очень большая коллекция, я не смогу все вам показать. Квартира только у меня на продаже, на рынке вы его увидите через пару дней. У нас сегодня 16 апреля, время съемки 15:49, дорогие зрители. Тут хороший пляж, расстояние до моря 180-230 метров максимум. Есть скрытая парковка, открытая парковка, своя спа-центр дополнительный, который сдан в аренду. И вся инфраструктура, которую сейчас я вам покажу. Айдат здесь 440 лир. В скрытой парковке у каждой квартиры есть свое место. Начнем с квартиры. Закрой двери, чтобы не было шума. Шумоизоляция очень хорошая. Но самый качественный проект, который есть в Алании, который был построен в 2018 году. Сейчас не знаю еще, как строят. Вот. Специальная коллекция исторических художественных. Вот. Я вам покажу их документы. Телевизор фирмы Samsung. Здесь вся бытовая техника Samsung, кроме кондиционера. Кондиционер фирмы Siemens. Вот. Богачо называется вот эта коллекция. Это их документы. Эксклюзивная коллекция авторских кукол. Написано, видите? Их тут 4. Вот наш граф. Орел! Такой, какой я. Вот эта коллекция. Ох, орел. Я тоже, ведь видите? Я тоже орел. Так. Медведь это... Шапку прилепили, хотел все забрать. Угу. Тут вся мебель. Это цельная. И также мрамор, который на этом столе, он тоже эксклюзивный. Очень долго искали, его выбирали. Это все цельное дерево. Вся ручная работа. Вот. Его нигде не сможете купить, только под заказ. Вот видите, даже детали все покажу. Фарфор. Тоже дорогое. Сервант. Что тут у нас есть? Это тоже мрамор. Siemens у нас плита. Тут вытяжка. Все детали хочу показать, чтобы понимали, что здесь все дорогое удовольствие.
Моцарт. Пик-пинг. Я думал, сейчас музыка у него там будет. Это тоже, кажется, мрамор. Сто 35 квадратных метров. Вся эта квартира. Жилая нетто. Мрамор. Эксклюзивный вариант. Такой квартиры второй в Алании нету. Холодильник. Угу. Вот еще одна коллекция. Значит, раз, два, три, четыре. Я уходить отсюда не хочу уже. Шляпу задирать. Ква-ква. Так. Это тоже ручное изделие. Мрамор. Такой же, как на столе. Прихожая. Не открывается. Здесь шкафчики у нас. Прачечную надо нагревать фирмы Siemens. Тут для обуви очень удобно сделано все. Вешалка. Сваровские камни. Люстра тоже дорогая. Дверь. Ну, я сюда еще вернусь. Покажу вам коридор. Тут два лифта. О, еще одна коллекция. 5, оказывается. 5 коллекций. Теплые полы. Так, теплые полы у нас в коридоре, в санузле и в гостиной комнате. Здесь санузел. Здесь душевая. Еще один кот. А я думал 4. Уже 6. Здесь спальня у нас, дорогие зрители. Так. Спальня. Тут ламинат у нас установлен в двух спальнях. Первая спальня. Кондиционер фирмы Siemens. Специальный мрамор. Эта сторона у нас юго-западная. Та сторона была юго-восточная. Это юго-западная. А это акула. Второй балкон. Также есть французский балкон. Я его сейчас покажу. Вид также на крепость. На бочки есть. На горы. Вот это большой открытый бассейн. Есть горка там. Большая территория. Вот это все у нас парк, который продолжается до конца. Проект стоит из 3 блоков или 4 блоков, точно не помню. 1, 2, 4 блока. Так. Если хотите уже позвонить, сразу звоните. Плюс 90-555-064-91-10. Да. Хозяйская спальня. Продолжение следует, дорогие зрители.
плазменный экран телевизора Samsung, он полукруг вогнутый. Вот это все ручное изделие. Цельное дерево. Еще раз повторюсь, что... Все обдумано. Тут французский балкон. Вот. Я вас познакомлю с хозяином этой квартиры. Вы сами сядете, обсудите насчет цены. Вот такой вот эксклюзивный вариант от меня. Цена квартиры 390 тысяч евро. Единственная такая квартира с такими вот коллекциями. Второго нету в Алане. Точно говорю, в таком вот стиле. Давайте. Тоже. Второй санузел. Под гражданство не подходит эта квартира, так как не указано с кадастровой стоимостью, сука. Угу. Вы еще инфраструктуру не видели. Да. Увидите гардероб отдельный. Также есть сейф, принтер для того, чтобы распечатать что-то. Здесь тоже теплый пол. Угу. Все, что надо было. Так, коня тоже покажу. Детально все показал. Теперь я иду вниз и показываю вам всю инфраструктуру. Окей. Вот здесь у нас коридорчик, два лифта. Квартира находится на 6-м этаже, он как 7-й. Сейчас подождем. На этаже у нас 1, 2, 3, 4 квартиры. Вот такие лифты. Угу. Вот год постройки 2018 год. Итак, дорогие зрители, спустился я вниз к парку. Вот у нас фасад здания. Так. В этой стороне у нас бассейн. Ну, территория большая, надо прогуляться. Сколько блоков? 1, 2, 3, 4 блока. В шагу доступны магазины. В той стороне у нас торговый центр Аланию, метро. Вот там Бельги Саяр, там рядом. И тому подобное. Открытый бассейн вы издалека видели. Давайте я с близости вам сниму. Вот бассейн. Сейчас пойду спущусь вниз. На нижнем этаже у нас открытый бассейн. Вот кажется, это здесь. Да, запах идет. Паузу нажму. Так, здесь. Пробил, мы можем оставить и слева, и справа. Да. Это вход в здание. Тут
Спускаемся вниз. Зона отдыха. Тут бар, бильярдный стол, там кинотеатр. Идемте туда, покажу. 440 лир айдат. Вот такой кинотеатр. Вот VIP-зона, да. Охрана, видеонаблюдение, 7 дней, 24 часа. В той стороне у нас спа-центр, есть детская игровая площадка, я туда не дошел. Я уже похудел на 700 грамм. Оттуда туда, оттуда сюда. Спа-центр. Так. Здесь детская игровая комната, закрытая. Из-за пандемии, что ли. Вот. Тут у нас фитнес. Вот. Крытый бассейн. И тут спа-центр. Хамам hangi tarafta abi? Hamam şu karşıda da müşteri var. Yok, girmiyorum, tamam. Hamam ve люди есть. Центр, короче, все есть тут, сауна, мауна, там люди внутри изобретили съемку. Сейчас покажем открытую парковку. И вот, дорогие, тут у нас парковка для каждой машины отдельная. Вот. Очень большая парковка под каждым блоком. Вышел я во двор проекта. Сейчас пойду до пляжа и покажу вам этот песчаный пляж. Где-то там есть в левой стороне плиты, но здесь собственный пляж этого проекта. Сколько там минут, чтобы вы поняли, там две. Нет, 1-2 минуты ходьбы до пляжа. Вот я уже дорогу вижу. Вот здесь детская игровая площадка снаружи. Здесь вход в открытую парковку. Дверь открывается автоматически. Тут теннисный корт, баскетбольная площадка. И в той стороне еще есть парк мэрии. Футбольная площадка, стадион. Сколько минут иду? Уже минута 44 секунды. Так вот. Кого интересует недвижимость в Алании, пишите заранее свои критерии. Мне нужен конкретно ваш бюджет. Я выше этого бюджета не буду искать. И спасибо за ваши лайки, комментарии.
за подписку. Описание о этой квартире у нас все написано внизу. Кликайте. Там есть кнопка, написано еще. Давайте паузу на. Итак, тут у нас пешеходная дорога. Вот здесь пляж. Так, тут играет волейбол. Ресторанчики. Это для отеля. Вот там пляж. Вот. 16 апреля люди купаются, отдыхают, загорают. И вот песок. Там где-то гравий. И все, дорогие зрители, не забываем ставить лайки, комментировать, как, насколько вам понравилась эта квартира. И вот делиться информацией, может, кто-то ищет именно такую квартиру. Звоните, плюс 90-555-064-91-10. А мне надо как-то же искупаться. И что ищу? Не закрывайте ролик. Вот такой плавный ход здесь. Ну, в воде я вижу плиты в некоторых местах. Все. Всем пока-пока.